специально для программы Beauty Time, для вашего монтажера. То, что говорю я, монтировать и включать в кадр не надо. Так, смотри на TikTok. Вот так вот не надо. Надо вот так. Кирилла Шаяхметова мы вырезать не стали. Слишком хорошо он передает драйвовую атмосферу вечеринки в фотопространстве «Третий блок». Совместно с сообществом фотографов и моделей Урала студия встретила очередной творческий сезон. Мы просто сидели, общались с ребятами и решили собрать всех людей, связанных с творчеством, со съемками, в одном месте провести такую вечеринку для открытия нового сезона. Все-таки лето заканчивается. Я ожидаю, наверное, просто хорошего душевного вечера, увидеться со всеми, освежить воспоминания, может быть, договориться на встрече. Почти все фотографы в тот вечер отложили камеры, а модели не пытались позировать. Под свежие треки диджея Фриз гости в стильных аутфитах говорили о чем угодно, только не о работе. Фотографы, модели, визажисты, видеографы, все люди, которые работают тесно связаны в бьюти-сфере, сегодня здесь. Ну, по крайней мере, большинство из них я всех знаю. Отличные ребята проводят вместе отличное время. Ничего больше, это просто хорошая тусовка старых и новых друзей. Немножко взбодрить общество после карантина, немножко все проблемы, застой. Ну и опять же пообщаться, обтереть дружку глаза. Это приятнее быть в офлайне, чем онлайн, потому что онлайн мы всегда находим дружка на контакте. Неоновые прожектора, стильная музыка и такие привычные фотолокации. Как же всего этого в последние месяцы не хватало? Оказывается, для классной вечеринки нужно совсем немного. Уютная атмосфера и приятная компания.